Школа кино и телевидения «Кинолаб Рязань» представляет. О, привет, Соня! А что это тут себя учебниками обложила? Домой иди! Привет, печенки! К нам гости из Говорухина приехали. Они целыми днями болтают. А как мне уроки делать? А у тебя же есть своя комната. Запрись в ней и попроси, чтобы они тебе не мешали. Бесполезно. Они такие говорливые все в этом Говорухине, что когда они даже на кухне разговаривают, у меня все слышно. И нельзя сосредоточиться. А ты чего здесь? А я записался на секцию бокса. И физрук разрешил взять старые боксерские перчатки. В секцию бокса? Печенки, ну тебе и так с учебой не все в порядке. Смотри, как бы последние мозги на ринге не вышибли. А зачем они мне? Вот стану чемпионом по боксу, буду получать огромные гонорары. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – это бюджет. Иванов, кем у тебя родители работают? У меня папа слесарь. А сколько он получает? 12 тысяч рублей. А мама кем работает? А мама у меня медсестра. Она получает 8 тысяч рублей. Это значит, какой бюджет у твоей семьи? 20 тысяч рублей, Василий Степанович. Отлично. Садись, пятерка. Машенька, а у тебя кем родители работают? У меня папа водитель. Он получает 27 тысяч рублей. А мама? А мама у меня ткачиха. У нее зарплата сдельная. И что же это значит? Это значит, бюджет нашей семьи имеет переменное значение 27 плюс х. Отлично. Садись. Вова, а у тебя кем кто работает? Папа у меня президент большого банка. Получает 250 тысяч рублей. А мама директор рынка. Получает 150 тысяч рублей. А семейный бюджет составляет 500 тысяч рублей. 500? Да. Садись, Вова. Плохо. Опять ставлю тебе двойку. Да фиг с ней, с двойкой. Зато живем, как люди. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидения, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1, а? Телефон 99-38-62. Печенкин, а у настоящих боксеров обувь со шнурками? Да, с длинными. А как ты думаешь, что они вначале зашнуровывают? Обувь или перчатки? Обувь, конечно же. А у тебя, как всегда, все наоборот. Сонь, развяжи, пожалуйста. Зачем? Чтобы шнурки на обуви завязал. Локтями попробуй. Вась, а у меня день рождения скоро. Да ладно? А я думаю, у тебя зимой. А гостей много будет? Ну да, там родственники приедут. Катьку из класса позову, Юльку из художки. А, ну может и Серегу, если его родители отпустят. А нас что, не приглашаешь? Так я об этом и говорю. Ну что, придете ко мне на день рождения в субботу? Конечно, придем. А куда идти? Ну знаете улицу Есенина? Ну да. О, там 37-й дом. Ну, изогнутый такой. Знаю такой. Первый подъезд. Поднимайтесь на 7-й этаж и локтями стучите в 29-ю квартиру. А почему локтями? Ну, как почему? В руках-то у вас подарки будут. Приглашаем всех рязанцев принять участие в съемках веселых скетчей. Приколы от киношколы. Без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99 38 62.
Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Печенкин, перестань дурью маяться. Дома уроки делать мешают, и ты тут мне еще руками машешь. Чтобы стать профессиональным боксером и зарабатывать много денег, я должен тренироваться по 16 часов в день. Ты бы лучше в артисты пошел. Они тоже много денег зарабатывают. Вон как ты на Новый год зажигал, вся школа на ушах стояла. Не, в артисты не хочу. Про них всегда какие-то сплетни рассказывают. А я скромный. Тань, ты чего плачешь-то? Отстань! Что с тобой случилось? Почему ты рыдаешь? Да вот, новость прочитала. Слез держать не могу. На, попей, успокойся. Не надо. И что ты там такого прочитала? Да вот, пишет, что Дима Билан из окна выпал, да на лужайку шлепнулся. А там стая птиц сидела. Он так быстро падал, что они не успели улететь. Да ладно, все в порядке с твоим Димой будет. Это желтая пресса. Они каждый день про артистов гадости пишут. Это пиар, понимаешь? Понимаю, что пиар. А чего тогда плачешь? Птичек жалко. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Печенкин, а ты вот лучше скажи, почему ты сегодня в школу опоздал? Так я после первой тренировки спал плохо. Мама говорит, что всю ночь руками махал. Наверное, что-то страшное приснилось. Да не, бой с тенью отрабатывал. А опоздал-то почему? Так я ночью во сне оп, и будильник случайно разбил. Да. Можно войти? Да, проходите. На что жалуетесь? Доктор, меня мучают кошмары. Да, по нынешней жизни это не редкость. Сейчас многих мучают кошмары. Но мне уже 2 месяца снятся по ночам крысы. Крысы? Они вас кусают? Да нет, доктор, они играют в теннис. О, да это пустяки. Сейчас я вам выпишу... рецепт, таблеточки. Вы принимаете их на ночь? И никаких крыс больше не будет. Да? Здорово. А можно я завтра начну их принимать? В смысле? Доктор, да у них же сегодня финал. Приглашаем всех рязанцев принять участие в съемках веселых скетчей. Приколы от киношколы. Без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99-38-62. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62.